Всем привет, спасибо большое, что открыли это видео. Сегодня мы с вами поговорим о моих последних покупках с сайта AliExpress. Здесь у нас большая распаковка посылок для девочек, для нас, поэтому очень надеюсь, что видео будет вам интересным. Обязательно оставайтесь вместе со мной. Так, девчонки, распаковку посылок я оставляю чуть-чуть на попозже. Сейчас я хочу рассказать о тех продуктах, которые я уже открыла. Которые, ну, я не могла не открыть. И в первую очередь я хочу начать с вот этой рубашечки, что на мне. Она, короче, такая вот укороченная. Ну, вы лучше увидите в примерке, как она выглядит. Мне очень хотелось какую-то, даже не то что рубашку, я больше, наверное, топ искала. Но так как я часто очень люблю носить всякие брюки, джинсы, клёш, хочется, чтобы было типа и укорочено, но не слишком вызывающе. И вот эта рубашка, это прям то, что нужно. Притом под высокую посадку она будет хорошо, как по мне, не только на мои параметры, но и на параметры побольше. То есть, потому что она широкая, она сам пояс у меня закрывает. И сама ткань, это 100% полиэстер, она хорошо утюжится, но за счет того, что она такая широкая, будет очень хорошо ходить, скажем так, ветер, и жарко в ней точно не будет. У меня вот это вот размер S, я имею достаточно широкие плечи от природы, и на мои плечи вот 40-41 сантиметр, мне даже размер S хорошо подошло, то есть, ну, она такая широкенькая, я такую широкенькую хотела, но не хотела, чтобы был прям огромный оверсайз. У меня объем груди 85, поэтому если он у вас побольше, он тоже хорошо подойдет. Мне очень понравилось, что здесь вот есть накладки, да, то есть сама ткань, она немножко просвечивается, но за счет того, что здесь вот такие вот карманы, прям, ну, настоящие карманы, можно носить и без бюстгальтера. То есть будет комфортно даже так, и я уже пробовала там как-то поднимать руки, ничего нигде не видно, несмотря на то, что вещи укорочены. Поэтому я довольно безумно буду носить вот с брюками, как в примерке, с джинсами. Мне кажется, что будет офигеннейше просто с джинсовой юбкой удлиненной, с кожаной джинсовой юбкой, с джинсовкой, с жакетом. То есть, чтобы такой был очень прикольный стиль, мне кажется, здесь вот где-то под брошки какие-то, под такие подвески, как у меня, я, кстати, вам в прошлом видео показывала. Ссылочку на них еще раз оставлю внизу, если вдруг кто-то хочет. Я взяла белого оттенка, там еще 5 цветов. Мне еще кажется, что голубая будет прикольная. Хотя тут, ну, смотря что вы хотите. И, ну, прикольная находка за эти деньги, мне кажется, прям то, что нужно. И сразу покажу вам еще одну такую большую вещь. И переходим к распаковкам. У меня здесь, короче, вот такая вот колонка. Если вы помните, наверное, в прошлом видео я вам показывала вот эту малышечку от Transmart. Мне очень понравилось соотношение цена-качество, и сейчас мне прислали вот эту вот огромную. И, если честно, я видела, ну, какая она на картинке, да, она называется Bang Max. Макс. Я видела, что она большая, но когда пришла коробка, я прям просто очень не ожидала. Она такая прям увесистая. И считается она как бы для улицы, да, но я ее включаю вот даже тихо дома. Какие же обалденнейшие басы. Какой звук. Просто обалдеть. Мне еще понравилось, что есть управление с приложения. Чаще всего я просто подключаю телефон и с него как бы музыку воспроизвожу. Потому что, ну, я, если честно, девчонки, слушаю рок. Там гитара, басы. Здесь можно включать басы, отключать басы. Есть вообще разные программы в приложении. Классические там и тому подобное. Как вы хотите, чтобы какой звук издавало. Не знаю, наверное, самое здесь прикольное. Кроме того, что звук хороший. Кроме того, что очень круто держит батарею. Я еще пока вот ни разу не заряжала. Но уже надо будет заряжать. Потому что я ее каждый день вот слушаю, как она пришла. В общем-то, вот здесь вот сзади открывается вот эта вот штучка. И здесь сзади можно подключить электрическую гитару, можно подключить флешку и можно подключить два микрофона. То есть здесь есть режим караоке. Это просто с ума сойти. Смотрите, ну вот она выглядит прям очень круто. Сделано безумно качественно. И если посмотреть на аналоги таких размеров и такого качества, они будут стоить дороже. То есть здесь соотношение цена-качество просто обалденное. Здесь есть, кстати, вот книжечка с гарантией. Здесь гарантия 12 месяцев. И здесь вот есть инструкция. И мне очень понравилось, что инструкция здесь вот на разном языке есть. Есть русский, есть английский. Я сейчас посмотрю, может, я что-то вам забыла перечислить из того, что здесь присутствует. Есть еще режим USB накопителя. Будет производить музыку с вашего U-диска. Режим караоке, режим гитару. Автовыключение. Кстати, да, я настроила сейчас в приложение, чтобы у меня было автовыключение 15 минут, но можно настроить разное. То есть, если у вас не играет музыка, колонка сама выключается. Этот динамик поддерживает функцию зарядки через USB. В комплекте пришло зарядное, пришло кабель, так что вы все, в принципе, сможете подключить, но звук просто невозможно. Мне теперь все, когда приходят, мы всегда слушаем музыку, обязательно. Я стала намного чаще слушать музыку, потому что звук безумно качественный, и я прям всем говорю,
боже, у меня такая колонка, приходите все, у меня такая колонка. Поэтому, девчонки и мальчишки, советую честно от всей души, я безумно довольна. А сейчас давайте перейдем к распаковке посылок. Давайте начнем вот с этой длинной, я не знаю, что здесь, очень хочу посмотреть. И самое главное, надо как-то открыть аккуратно, чтобы не порезать. Но это придется отдельно снять. Короче, ну, как можете видеть, это носки, носки непростые. Носки такие, а-ля стиляшные. Короче, вот носок. Носки я вам покажу, как выглядят. Вот в эту штучку, что здесь, мы просовываем наш ремешочек. Я очень люблю всякие прикольные носки. Честно скажу, смотрела прям много всяких разных и поняла, что вот эти я безумнейше хочу. В общем, надеваете на ногу, застегиваете ремешок и будете выглядеть просто обалденно. У меня еще есть чокер похожий. Вот так вот, да, как-то будет выглядеть. Ну, я вам примерку покажу. У меня есть еще чокер вот похожий, и с этим чокером будет тоже круто выглядеть. Я очень люблю под джинсовую юбку носки, чтобы торчали из кроссовок. Я очень люблю, чтобы кроссовки торчали в платьичках летних, тоже смотрится интересно. Вот юбочки, шортики. Качество носков просто прекрасно. Они очень плотненькие такие. И цвет не сильно белый, как можете видеть, цвет более такой молочный. Надо обязательно будет примерить. И уже так хочется, чтобы скорее было тепло, чтобы это надеть. Видите, вот здесь вот есть даже регулировка на самом ремешочке. Дальше откроем что-нибудь маленькое. У меня должно быть, как обычно, много бижутерии, но посылки не все пришли. Поэтому, если вдруг любите бижутерию... О! Я, кстати, думала, что эти сережки будут побольше. Если любите бижутерию, подписывайтесь, еще в будущих видео обязательно будет, потому что я буквально на днях купила сережки новые. Но, слушайте, по качеству они прям обалденные. Мне хотелось что-то подлиннее, чтобы было, но чтобы не были как стандартные колечки. И форма очень интересная. Где-то, знаете, когда сейчас вот подсобранные волосы, да, классно будет смотреться под гульку низкую. Но, в принципе, под распущенные волосы тоже очень красиво. Поэтому прям могу рекомендовать. Здесь, кстати, прикольно, на самих сережках есть QR-код. Это очень удобно будет. Откроем вот эту посылку. Ну, здесь я примерно уже представляю, что это. То, что я все время заказываю. Я надеюсь. Потому что мне они для работы очень нужны. Нет. А, это мне для работы... Ну, тоже надо. Но не настолько. Это нижнее белье. Мне хотелось какие-нибудь красивые трусики для сна. Но, походу, эти трусики очень большие. Трусики пойдут моей маме. Размер L. Ну, как так? Хотя я померю, может и мне нормально будет. Но мне кажется, что будут большие. 10% полиамид, 10% эластан. Ну, выглядят они очень круто. Камера не передает. Здесь такие как швы. Не знаю, видно или нет, девчонки? О, видно вот так вот, да? Такие как швы, как в мужских трусах. И мне хотелось что-то похожее. И мне очень понравилось, что не на высокой талии. Хотя вот прикладываю по размеру, вроде нормально. Короче, надо мерить, смотреть. Похоже, это кисточка, но похоже, что это не то, что я заказывала. Это кисточка Sephora для нанесения тонального крема. Мне нужна в работу такая вот плоская кисточка. Я такие очень люблю. Это кисточка Лапка. И вообще вот эти кисти а-ля Sephora с AliExpress, они очень крутые. Они имеют классный ворс, классное качество. И вот работать ей будет прямо супер. Особенно на кремовые вот текстуры для нанесения тонального крема, для нанесения кремового скульптора, румяшек, консилера под глаза. Посмотрите, кисточка очень удобная. Я довольна. Я уже, знаете, когда мне пришла посылка, я прощупала, что она здесь. И думаю, ой, она мне так нужна в работу, но я прям дотерпелась. Поэтому вот кисточки эти прямо обожаю. Дальше давайте откроем вот это. Что-то здесь не очень большое. Угу. Я уже вам показывала, заказала еще одну насадку на крем тональный Estée Lauder Double Wear, потому что одна у меня такая насадка, я вам уже показывала в личном пользовании, и я вот еще купила на работу, занесу, потому что очень неудобно все время Estée Lauder Double Wear доставать, выколупывать. Многие, оказывается, вообще не знали, что такие насадочки есть, и что они продаются на AliExpress, и много кто уже с моего прошлого видео их позаказывал. Если у вас еще нет, то присмотритесь, штучка крутая, ну, я сразу на работу занесу. Посылочку побольше откроем. Мне где-то должны прийти спонжики. У меня уже просто такие... ужасные. Так, это они. Я заказала 3 штуки. Ух, у них такая сейчас упаковка крутая. Спонжи и Magic — это просто самые лучшие бюджетные спонжи, наверное, все, что я пробовала. Я их всегда покупаю. Но единственное, что спонжи тоже портятся, они напитываются тональным кремом. Они, кстати, даже пришли в такой упаковке, что они даже не помнутся. Я сейчас взяла вот такие вот разных цветов. Сейчас я вам покажу вот этот. Я взяла, наверное, все 3 разные. Удобно, когда есть такой плоский срез. Они очень мягкие, классные. Мне очень нравится, здесь они всегда приходят в классных пакетиках. В этих пакетиках потом мне очень удобно там грязные спонжи переносить, перевозить. Второй, значится, я взяла какой-то новой формы попробовать, посмотреть в работе, будет мне удобно или нет. Они мягкие, вообще супер.
И цвет такой фиолетовый. Я сильно светлые не люблю спонжи, на них больше потом тональный крем виден. Мне вот кажется, где-то под глаза будет вот эта штучка очень удобно. Ну и может какой бейкинг делать. Ну и вот этот такой же самый, как и первый, просто другого оттенка. Ну, конечно же, я все разное должна была взять. И еще у меня здесь какая-то посылочка небольшая. Серьги? Серьги. О, угу. Сейчас надену на вторую уху. Я взяла серьги черного цвета, потому что в последнее время мне очень нравится Total Black Look. Как-то я так часто надеваю кожаные черные штаны, черный жакет, черную там майку под низ. И я решила, что мне нужны черные сережечки под это все, не очень большие. Знаете, когда собраны волосы, чтобы все красиво, лаконично смотрелось. Небольшие гвоздики. Хорошечки. Я, конечно, думала, что может чуть-чуть больше будет, но, в принципе, мне и так очень нравится. Люблю на каждый день. И я вообще, девчонки, думаю, что вот сейчас мне приходит вся остальная бижутерия, что я заказывала, и я сделаю собирательное видео, потому что я последних распаковок вам показываю, какая бижутерия пришла, да? Но нет отдельного видео, чтобы вы сели, посмотрели, выбрали, что вы хотите. Вот, вроде я уже открыла все покупки, все посылки, поэтому очень надеюсь, что видео было полезно и интересно, вы для себя нашли какие-нибудь интересные находочки, потому что я всегда пытаюсь что-то найти прикольное и необычное. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные видео, и увидимся обязательно в моих новых видео. Всем до скорой встречи, всем пока!